Раз. Раз, два, три. Итак, акустическая система 1318СК. Есть легкое светомузыкальное исполнение, которое можно либо включить, либо отключить. Два радиомикрофона в комплекте. Также вы можете подключить гитару, либо отдельно микрофон в дополнительную радиосистему. Качество звука можете улучшить с помощью баса. Частот. Звук достаточно сильный. Это почти на минимуме. Итак, посмотрим, что же есть здесь еще. Это Bluetooth, радио, AUX-код и USB-код. Посмотрим, что сзади. Сзади антенка для радио. AUX-код, тюльпан, микрофонный вход, гитарный вход. Сзади отключение светомузыкального исполнения. 12-вольтовый вход, питание 220. И что самое хорошее еще, это переключение на 220, так просто активная колонка, так отдельно на аккумулятор. 1318 СК модель. Я бы подумал, что так не бывает.